Ну, я то относился к старшему, более так, к Маковскому. Он более менее. Ну, а младший он не очень-то он видел, как говорится. Ну, хотя, ну, все-таки земляки. Неужели вы согласились бы отправиться в прошлое, так и не посмотрев на то, что делается в будущем? Ностальгия. Я что-то родился, я тут вырос на этом стадионе. Я тут тренировался и маленьким. Я эту вышку вот ставил, вот, футбольную, копал сам. Ночь не спал, волновался. О, стадион уютный, красиво. После сколько? 8 лет не был здесь. Ну, хорошие ребята, перспективные, только что плохо, что не играют за наш город, за Молодечно не играют. Но играют они там, где больше, видимо, платят, где им выгоднее. Ну, они звезды были, блин. Ехали у Киева, это первое, у самой команды. Ой. На кубок играли, мы «Динамо Минск» играл с «Молодечно», 96-й год на кубок. Мы тогда 2-0 выиграли, по-моему, в дополнительное время. Вот это последний матч, это 96-й год. Они талантливые ребята. Ну и был шанс у них у киевском «Динамо» отметиться, как говорится, отличиться. Но что-то не получилось. И пошли по наклонной. Вместо того, чтобы повышать свое мастерство, оно начало понижаться. До конца концов вот играют на первенстве Беларуси. Ну и что? Они здесь же выросли на глазах. Я присутствовал, все время хожу на футбольные матчи. Болельщик со стажем, они себя проявили с лучшей стороны, особенно Владимир. Благодарен всем ребятам, всему руководству. Как бы мы вышли в первую лигу, по-моему. Звезда закатилась, как вот, говорю, цены, все, и за сборную гуляли. Ник один за «Динамо Минск». А что толку, что они гуляли? Что они, звезды такие? Так вот, уходят эти. Старость приходит, так вот, приходит в Беларусь уже. Я думаю, что болельщикам понравилось. Вроде бы не пихали. Я тоже хочу сюда вернуться, здесь закончить. И мы с братом хотим здесь прощальный матч сделать. Дай бог еще поиграть, конечно, но хотим прощальный матч сделать. И дай бог получится все, и придут много народа, и всех моих родных, знакомых, близких, друзей. Вот. Но об этом дополнительно объявим.